Ну ладно, ладно, не бунтуйте, не бунтуйте, не бунтуйте, мы начинаем. У нас второй матч сегодняшнего дня. Увы, у меня была дезинфа, не мемис. Мемис играл вчера, я очень расстроен. Но у меня есть замена в виде усатого нашего товарища X Михаила, который играет за команду The Wild Witch Doctor. Так что у нас тут неймы такие знатненькие. Это Way Too Sexy, Snake King, Jason, X-Mike, да, и, в принципе, остальные товарищи тоже весьма-весьма известные в узких кругах. Посмотрим, посмотрим. Матч обещает быть интересным. И, ну, прям такого вот трэша, как у нас было в матче Infamous и Fox, вряд ли будет. Хотя, зная X-Mike, я бы не зарекался. Он там может. Ну и что, давайте смотреть на стадию пика бана. У нас Axe Undying, Бэтрайдер и Урса в пике у команды X-Mike. В бане от них Дровка, Чен, Морф и Вайдецкий. Ну и Дувуп команда у нас берет себе Вивера. Также есть у них Сэн Кинг, Тимбер и Шадоу Демон. В бане Висп, Кунка, Джиггернаут и ОД. ОД снова. Он присутствует в стадии пика банов. В каждой игре сегодняшнего дня он присутствовал. То есть для меня это уже четвертая в Америке. И, в общем, 12-й матч за сегодня. И он в каждой игре есть и в Китае, и в Америке. Что происходит? Почему ОД так жестко рвется в мету? Патч еще не вышел, то есть ничего не выходило. И почему? Почему он здесь? Не знаю, не знаю. Но, кстати, если будет у нас Snake King на Sand King, будет весьма символично. Ну что, последний бан от команды Дувуп. Осталось 10 секунд. Подбанить. Подбанить нужно суппорта. Ну и, скорее всего, рейнджового суппорта, потому что, ну, миличников и так уже хватает у Вич-докторов. Кстати, символично получилось. Я вот подрубил трек Вич-докторов. Я даже, как бы, не с целью того, что катает команда Wild Вич-доктор. Но совпало. Весьма неплохо. Да, да. Ну что, минута времени имеется. Кого подбанить? Кого подбанить? Кто хорошо сочетается? Ну, на самом деле, как бы, прям сочетание так не видно. Хотя, на самом деле, вот, Леона подобный герой под Урсу был бы весьма неплох здесь для Wild Witch Doctor. Как по мне. Там даже можно и Расту взять. Вот Леончик. В принципе, ну, можно бы, конечно, взять Рубика, но не прям тут здесь будет полезным. Посмотрим, посмотрим, что же доберут себе Вич-докторы. Как раз-таки у них пик замыкающий. Ну, а пока что до Вупы. Последний пик. Последний пик. Есть Шадоу Демон, Тимбер, Сэн Кинг, Вивер. Ну, скорее всего, у нас будет Сэн Кинг как раз-таки на роли хардлейнера. Тимбер, Мид, Вивер, Изи Лейн, так что я подозреваю, что суппорт остался. В принципе, также подозревали у нас и Wild Witch Doctor. Блин, такое название сложное, такое длинное, кошмар. Дувуп, вот хорошо. Отличное название. Диви, Дувуп. А то The Wild Witch Doctor. Ой-ой-ой. Какие вы, блин. Выдумщики. Еще все замена. Нормально. Никто не в составе. Осталось 10 секунд. О, бунт пошел, бунт пошел. Шторм Спирит. Все же Стэн Кинг у нас будет на позиции суппорта здесь. Ну, интересненько, интересненько. Анти-мейдж. И Анти-мейдж. Он же Анти-маг для Вич-докторов. Медовая Урса, получается. Или вообще Урса в харду? Да не. Ну, кстати, я смотрел матчи. Некоторые китайские, о, китайские, американские, конечно, дотки. Вот этот ночной. Когда комментил Лекс, и там был у него X-Михаил. И все удивлялись в чате, что, как бы, катает X-Mike, а в пикабанах нет Абадона. Потому что этот товарищ лишь на Абадоне там и исполнял в харде постоянно. Ну, как мы видим, расширил свой пул наш усач. И теперь у него есть еще и Бэтрайдер. Да, все посмотрели видосики от НС-а, как подымать соло ММР. На самом деле, как бы, они посмотрели видосики, но, знаешь, есть одно но.
в видосике говорилось, что ОД слабоват на позиции керри, на позиции мидера, и его стоит брать в керри. Но в керри его ни разу не видел, а вот на мид постоянно залетал. Так что посмотрели, но не все по гайду сделали у нас. Что, как обычно, начинается у нас игра с подключения консоли и с паузы. Ждем мы подключения игрока VVD. TV против VVD. Неплохо, неплохо. Кстати, по поводу того, как команды у нас эти уже отыграли. Все-таки третий день турнира уже идет. Если что, на минуточку, турнир под названием North Arena Beat Invitational. Команды играют за последний слот в Монреаль на LAN Event. Ну и, собственно, положение команд. У нас по сеточке на сайте CyberSports Evernovas это как бы стак с Way Too Sexy и компанией. Ну, вот Джейсон, Snake King, Мейсон и так далее. В общем, это у нас DV. Но почему-то подписаны как на Evernova S. Но, насколько я помню, там был как раз-таки вот дисбанд состава. Ну, даже не дисбанд состава, как бы организация состав убрала у себя, но игроки остались играть под другим тегом. То есть такие ситуации у нас были и в Европе. В частности, в СНГ. Ну, а, собственно, Wild Witch Doctor — это фридомы. Экс-фридомы. Либо же они просто поставили другое тимнейм в игре. Я вот не помню по поводу фридомов. Оставались они в составе или нет? По-моему, нет. По-моему, там тоже они разошлись. Но слишком много было решалов в последнее время. И вот все краски тянули до конца. И вспомнить вот прям все, что произошло, тяжеловато. В общем, Team Freedom имеет 3 сыгранных матча. 2 победы, 1 ничья. Их с Михаил и компания идут весьма-весьма неплохо. Ну, а Evernova S имеют 3 сыгранных матча. Также 1 победа и 2 поражения. Так что тут все похуже. И если Freedom выиграют, то они вот уже безоговорочно выйдут в лидеры над Evernova S, они же DV, они же DuWu. Да, по поводу сколько будет матчей. Ну, матчей будет либо 2, ну, вернее, карт. Либо 2 карты, либо 3 карты. Зависит от того, будет ли у нас какая-то однокалиточная игра, либо же как бы, ну, 2-0 закончит, но такой в равной, такой жестенькой борьбе, либо у нас все-таки все сойдется на третью решающую карту. Посмотрим, кто же знает, кто же знает. Я прованговать не могу, ну, по пику. Ну, пожалуй, предпочтение дам я команде DV, только лишь потому, что там целых 4 миличника. И с миличниками показывают, как у нас играть умеют лишь... Вернее, умели играть лишь... MVP Феникс, как раз таки, корейцы. А тут еще и против пылы играют. Еще и сверху у нас этот труситель земли в виде Санкинга присутствует. Так что сложновато будет на самом-то деле. Хотя кто его знает. Я припоминаю, там были распики, то есть... Они набрали себе 5 миличников, тут ГГ, тут точно слили, а потом бац-бац, и тут и бац, и бац, и, в общем-то, ГГ наступает. Да, как-то так. Что с рамкой? Рамку я убрал. Ну, там она повисела буквально секунд 15, наверное. Вы какие-то слишком уж активные. У вас гиперактивность повышенная с утра пораньше. Спать ложитесь, а то вот рамка повисела лишнюю секунду сразу. О, рамка висит. Уволен. Уволен. Все дела. Ни за что. Ну так, кстати, по поводу линии, я немножко не так ожидал, конечно, расстановку. У нас вот медовая Урса. Это я, конечно, уже озвучил еще во время пикабанов. Так, у меня какие-то... Да, у меня уже начинаются... Как бы внутренние баги в себе. У меня свист в ухе такой жесткий начался. Я снял наушники, и это не в наушниках, это просто в ухе свистит. Ладно,
Бывает. Да, по поводу линии. В принципе, вот Урса против Шторма. Это, в принципе, ожидаемо. Здесь у нас находится Shadow Demon с Вивером против Бэтрейдера. В принципе, тоже ожидаемо. Но то, что прям в харду сейчас изначально пойдет помогать Вейту Секси, я не думал. Потому что обычно Тимбер там и сол справляется. Да и, в принципе, ему нужно время, чтобы там подняться по левелу жёстенько. И уже потом с уровнем потихоньку доминировать. Хотя, на самом деле, там стоит антимаг и лишал бы его маны. Ну ладно, ладно. Этот анализ. Какой же классный никнейм. Вот просто царь, как ты додумался до такого офигенного никнейма. Кстати, кто на ком играет? Давайте-ка посмотрим. У нас Вейту. Вейту Секс, если бы точнее, играет на Сенкинге. Это товарищ, который имеет классный никнейм, но не круче, чем у этой замены на Аксия. Джейсон у нас играет на Shadow Demon, и пошла краски вылазка у нас на Игла, но ФБ мы пропускаем, потому что Шторм Спирит погибает в миду от Урсы. Ну а здесь у нас фраг, по всей видимости, не будет, да, там пошел подхит Soul Reap'а. Ну и, собственно, Монг воюет дальше против Фли, но его не победит. Да, краски на Фли, вернее, Фли играет у нас на Тимбере. Ну, кстати, кто он там у нас катает? А, Снейк Кинг, конечно же, Снейк Кинг, небезызвестный на Шторм Спирите. Так, так, так. А что у нас там по игрокам? Игл у нас на андайнге, Монг у нас на антимаге. Этот товарищ просто с феноменальным никнеймом играет на Аксе. Икс Михаил на Бэтрайдере и VVD играет у нас на Урсе. Похоже, команду назвали именно в его честь. Это у нас именно тот самый Wild Witch Doctor. Да, как-то так. Как-то так. Ну, кстати, вот я чекал ММР, когда бы в лобби, вы, в принципе, это видели. Тут, конечно, ну, все получше по ММРу, да и, в принципе, более-менее равно, потому что... Как бы открытый был ММР всего один у команды Fox, и это был как бы не соло, а групповой, но все же 3800 как-то не внушает доверия, да и, в принципе, играли они на 4К. Ладно, во-первых, как-то выиграли, как-то просто вот разогнались, и почему-то бой постоянно принимали у нас... Infamous, но, в принципе, это их выбор. Решили они сыграть full best of 3, а не две карты развалить по-быстрому. Но тем временем у нас там погибает Вивер. Бэтрайдер хорош, X-Mike хорош. Как же он хорош. Да, отличный минус на Вивере. На топе сражение, но погибает у нас Медуза, которая агрессировала на Шторм Спирит. Да, конечно, сейчас вот внимательности и реакции мне не занимать. Как-то на хилсбары сверху я внимание обращаю слишком поздно. Какой-то сложный конкурс. Не, я с рамкой не хочу стримить. И я не особо понял условия этого конкурса. Ну да ладно. Ну такая смок-вылазка не совсем удачная. Поражали смоки вот прямо здесь. Ну то есть там стоит как бы герой, который суппортирует. И прожметок смоки не лучшее решение. На самом-то деле они просто слетают сразу же. Ну и в итоге 100 голды ушло. 50 голды ушло в воздух. Да, все-таки инфляция, дотка, все дела. Все дешевеет, дешевеет. VVD у нас, в принципе, в опасности. Тучи сгущаются. Урса рычит, говорит, отстаньте от меня. Что ж у вас так много здесь? И пошел на сбору страйк по VVD. VVD пытается здесь продамажить. Краски раскатится, это тамба. В принципе, неплохо. Сейчас будет еще и острый закинутый. И VVD жить будет, и никто здесь не погибнет. Ну, все, давайте посмотрим на крипстаты. На самом-то деле, тут у нас все весьма-весьма неплохо. У всех, вот, кроме Бэтрайдера. Бэтрайдеру хотелось бы побольше подфармить, но зато X-Mike делал минус на вражеском керри. Краски убил его в соло. Так что это все-таки в плюс для него. Но, правда, теперь этот товарищ хочет там отомстить за ту смерть обидную. А X-Mike как-то ничего не боится. Ну, хп у тебя мало осталось, X-Mike, что ты делаешь? X-Mike погибает и просто поржал с него здесь Вивер.
Ахаха, ну бас. И так далее. Ну, это такие мысли были сейчас у Вивера во время написания этой... этого смайла. Ну что, левела. Давайте тоже оценим. Кстати, тут по левелам все неплохо. У этих товарищей тут три третьих левела, но в основном, смотрите, тут вырвали даже вперед. Так солидненько, на самом-то деле. И там в лесу уже кто-то находит, наши краски. У нас игла развалили. Андайнга Монг кастует у нас блинкаут и, в принципе, уходит. Но сюда решил выйти еще и Урсевич. Там нападает у нас на Фоспирит, он уже Спирит пока сваной, так что его так просто не пробить. Но и Види отступает. Не подставился. Хорошо. Как мы видим, по нетворсам. У нас пока топ-3 за VVD, но, правда, там преимущество небольшое. Между 3-4, вернее, третьим-четвертым местом. А тут все так вот довольно-таки равно. У целых четверых героев. Но, правда, Undying страдает, у которого нетворс все там 3 сотни. Маловато. Хотелось, конечно, ему побольше здесь подзаработать. Эти звуки. Как же он фармит леса. Ну, пока из Михаил быкует. Кстати, по поводу Джейсона, это товарищ, который играл у нас за ЕГЭ на третьем инте, когда у нас Фир болел. Подождите, это было на четвертом инте, наверное. Ну, в общем, играл на четвертом, то ли на третьем инте, уже немножко подзабыл. Ну да ладно, и он играл на позиции керри. Как мы видим, теперь его сместили на позицию суппорта. Снейкинг пытается уйти, и размена пока было с 1 в 1. Пытается его добить, Акс рядом, Акс Киллблейд пошел и просто слэм-данком казнил этого шторм-спирита. Правда, тут находится у нас еще и Фли, который ворвался в своей пилу, немножко здесь распилял. Правда, поймал в лицо Киллблейд и отправился в таверну. Но вот не стоит так Аксу нафиживать. Ну и погибает в итоге на здесь Урса. Акс продолжает здесь сражение. И его все же тут раскачивает, бедолагу. Аксу тут ничего не сделать. Это даблкил для Вивера. Not bad, not bad. 6-5 у нас со счета. И такая вот у нас непредсказуемая драка ни за что произошла у нас на 9-й минуте вот в этой части карты. Ну, тут даже побольше размер. Вы, в принципе, сами все видели. Да. Это тактика фида и фарма. На самом деле, Space Creating, все дела. Антимаг фармит. И это главное. У антимага Netforce 3600. Есть у него уже Ring of Health. Есть также хайдресочка, есть Фурман Шилл. Так что он и леса фармит спокойно, и еще и подфармливает спокойно на линии. Ну что, 10 минут на таймере. У нас там антимага бьют, но антимаг бьет крипов, не обращая внимания на атаку от Тимбера. Что по графикам? Преимущество за Диви. Ведут они порядка 400 голды. Не так уж и много. По XP ведут у нас VVD. 500. Ну, в общем, тоже мало. В общем, все довольно-таки равно. Ну и плюс счет нам тоже об этом говорит, да, и ситуация по нетворку тоже видна, что, как бы, да, тут три кора, вернее, один кор вперед вырвался, плюс три товарища, она находится примерно так, в равной позиции, но все же еще и Undying здесь страдает из-за этого, потому что нетворк с него, конечно, не радует глаз. Ну, Мейсон играл, а не Джейсон, а стоп. Да, значит, это у нас Мейсон. Это схожие никнеймы. Все же это у нас Мейсон. Ну, Мейсон 100% был в лобби, я его видел. Но почему-то вот никнейм его внутренний игровой, вот такой вот, как бы прозрачный. А здесь вот такие вот черточки. Это, в общем, Мейсон. Да, его не пересаживали все-таки. Сорян. Дизинфы выдал. Простите, пожалуйста.
Светобин. Агрессия. Пока подсейвил с шадоем своего тиммейта. В эту секси погибает. Ну и стоит там бан. И, в принципе, Фли решил вместе с Мэйсоном сразу против тамбы. Тамбу они уронили. В принципе, неплохо заработали голдишки, но все же хотят драться дальше. Рывается Снэйкинг. Нападает краски здесь на Аксевича. Но продовольствие Снэйкинга здесь на лосо. И пошел Killing Blade. Дабл кил для Акса. Неплохо сыграно. Нападение дальше пошло на Фли. Ну и Фли до конца гейминг пытается здесь сражаться. Все же маны на нее еще хватает. Да и арморщик. Хотя нет, арморщик не настакался. И на самом деле от напалм он здесь горит знатненько. И под фарфлаем-то дэмэджа там хватило с лихвой. Ну и все же переагрессировали. У нас здесь Диви теряет 4 героя в размен лишь на одного Акса. 1200 голды и 2300 экспы. Зарабатывают здесь VVD. Так что весьма и весьма солидно. Кстати, я вроде слышал падение вышки, но нет. Мне показалось. Мне уже померещилось. Ну и самое главное то, что Монку дают Space. Монк хоть не топ-1 по Нетворсу, но он топ-2. И это хорошо. 91 VIP уже убит. В принципе, персик есть. Скоро будет уже выход в эти два мяча, которые нужны для покупки БФа. Краски Клеймор и Броудсворд. И вот с БФом то начнет разгоняться все сильнее и сильнее. Анатопис у нас сражение. Я как не смотрел на нижнюю линию, там все так спокойно. Анатопи у нас хотят драться, хотят сражаться. Кстати, блиндагер уже имеется у нас около 100, который я не отметил. И врыв пошел на середине от секси. Такой вот чуть-чуть, чтобы подступить эту атаку. На самом-то деле тут уже первый герой пал у Диви и нужно бежать. Ну и на косте Шторм Спирит все же умчался. Акс ворвался, но не получилось как подцепить. И Шторм Спирит все же на косте хочет здесь побоковать. На самом деле это делать не стоит, потому что хп со скрани мало. Хотя подряд сюда еще и Флин. Ну и на самом-то деле вот это вот больно. Вот это верный бэт был хороший. Еще есть вверху Тимберчейн. Отлично залетает. И два героя падают. Команда VVD в таверну. Урса решил воевать. Мановой залетел. Но Мановойда здесь как-то совсем не хватило. Как-то не знаю, даже кого он кастовал, я не заметил. Но явно, если бил бы Шторма Мановойдом, то было бы лучше. Или стоп, кого он ударил? Вроде бы Шторма. Ну а здесь у нас неплохо подпиливает Тимбер на пару с Мейсоном. И Мейсон делает даблкил. В итоге размен получается 1-4. И у нас как бы размен то в одну сторону такой неравный, то в другую. Ну, попытка Монка убить Тимбера физухой, у которого стакается потихоньку армор. Ну, она такая себе получается в итоге. Был бы там, в принципе, мановой, то он бы щелкнул, понятное дело. А так просто убить не получится. Особенно учитывая такую раннюю минуту и такие шмотки. Ну и Акс промазал своим агром. Так бы мог бы сделать для тебя фраг. Все-таки там Killing Blade залетел бы по Тимберу. Отправил бы его таверну, но, увы, промазал. Ну и такое бывает. Все же владели там, вернее, владел информацией там у нас Тимбер. Все-таки тут вар стоит у нас от Диви. Ну а Акс врывался отчасти на удачу, на чуйку. Но чуйка не сработала. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Ну, кстати, за кого вы? Вы за Диви или за VVD? За X-Майка или за Мейсона? Или вы тут секси? На самом деле, как бы Нейва побольше, конечно, у Диви. Вот именно знакомых таких товарищей, которые знакомы большинству зрителей. Все-таки Снэйкинг, Way Too Sexy и Мейсон. Ну а здесь X-Майк лишь один известный товарищ. Хотя X-Майк и один за троих сойдет. Лососирование пошло, поймали краски Шторм Спирита. Получится ли убить, пока не ясно. Ну и, в принципе, близок к смерти. Колочка отлетела, но, увы, увы, что ничего здесь не сделал. Пошел у нас рассказ о твоей сексе. Эпицентр откастовался, но в таверне пока лишь один Акс сидит в размен на Шторм Спирита. Драка у нас немножко разлился. И тамба, тамба. В принципе, будет патч сейчас от Вивера. Ну, на самом-то деле, больше у нас минусов здесь не будет. Да, в принципе, на этом-то файт и закончен. Ну, антимаг поднял себе уже БФ и на нижней линии начинает подфармливать и подпушивать, соответственно, эту линию.
поводу вопроса, кто сделал первые 10 киллов, это сложно. По-моему, сейчас 10 киллов было сделано в замесе этом. А нет, там был размен 1 в 1. Да, был 11-11 счет. Не, сори, я не вспомню так. Я не обращал на это внимание. Сорян, сорян. С этим помочь не могу. Ну что, сражение пошло за центральную вышку. Вышка на таки битая, тут даже иллюзия пытается ее пробить. И Денай как-то не захотели делать. И, в принципе, не смогли. Урса вырывается. Джейсона пытается пробить. Но Джейсон откидывается демонипушем. И, в принципе, он сделал свою задачу в этом моменте. И Виви теряет свой Аегис. Довольно-таки пока размен плохой, потому что еще и Бетральдж сидит в таверне. И размен лишь одного суппорта Аегис. Такой себе. Ну, тут еще Игл подпиливался, видимо. Хотя сбивает отличный стрик Акс Вивера. И это, в принципе, выравнивает данный файт. Ну, что Спирит просто говорит, оставит меня АМ, ныряет в другую сторону. Правда, мана закончилась, и это проблема. Его разрывают, бедолагу. Фраг для Урсы. И, в принципе, реализация Аегисы удалась. Да, знаете, как бы, ММР растет в Америке. Тут, то есть, казалось бы, тут ММР, ну, 7К примерно будет. Даже там 7-2, мне кажется, средний. Именно у этих двух, между этих двух команд, именно Avengers MMR. Но разницы от MMR, когда играли Соксы, и там было одно товарища, как бы, пати MMR 3800, я не вижу. То же самое. Просто какие-то драки такие сумбурные происходят. Ну, фармить, как бы, да, фармят, поздравляю. Умеют бить крипов. Но... И по микро есть такие, иногда, не доигрыш. Да и по макро тут вообще можно помолчать. Ну что, 13-15 у нас счет на 19-й минуте. Графики потихоньку начали расти в пользу VVD, но все же вот АМчик дает о себе знать, да и Урсевич с Саксом неплохо так разогнались. Да и Бетрайдер уже 6К имеет наравне с вражеским мидером. Сейчас еще Шторм Спиритом, если быть точнее. Ну а здесь у нас погиб Андайнг. Погиб у нас Вивер от Андайнга. Какие-то проблемы. Проблемы с... Ой-ой-ой. Дискотека века. Проблемы очень срывом у Акса, потому что в который раз он врывается и не может загреть нормально. То он, как бы, вырывается, казалось бы, в толпу залетает, но вот в прошлый момент здесь, вот, на центральной линии, он загрел лишь одного Shadow Demon, хотя, казалось бы, тут было 4 героя, и можно было бы сделать чуть поудачнее прыжок с блинка, и тогда бы было бы попроще, и, возможно, было бы более выгодно, и даже без потерь, может быть, что-то получилось. Ну, в общем, то ли Ренджу не чувствует, у нас Акс. То есть еще какие-то проблемы. Не знаю, в общем. Но то, что немножко не доигрывает, это факт. Хотя все же у него там и нетворс весьма неплохой, как для суппорта такого четвертой позиции. Ну, да, он был хардлейнером, но так вот. Поставил на харде, ушел фармить леса, такой вот. Свапались ролями, в общем, у нас по позициям. Именно четвертая и пятая роль. Ну и, в принципе, когда тоже хорош. 6-4-2 у него. Верхнюю башню сил света атакуют. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Кстати, Блудстоун появился у нас у Тимбера. И, основываясь на практике комментирования довольно-таки большого количества матчей, там и в Китае, и в Америке, в 90% случаев блудстоуны разряжаются при покупке до 8. И как бы этот буст сводится на нет блудстоуна, когда добавили там 4 заряда. В принципе, сделаем ставочки. Зарядится у нас Тимбер или разрядится. Икс-майк врывается, но тоже не почувствовал ренджу. Но благо есть форстав, так что он подцелился и отфорстафился, собственно. Ну и пытается обратно ворваться. Обочка. Отличная комбочка от Икс-майка. И 2 ТП-шки. 2 ТП-шки здесь сбито. В итоге погибает здесь Shadow Demon. Там еще и Ванвейт касается. Ну да ладно, потом это досмотрим. У нас пока что тут пробивают Каила и Фли Каил. Погибает Денайс Булстоуном. Потрачено. Потрачено заряды. Ну, по кому залетал он Ванвейт, я не знаю, но... Зачем он его кастовал, при том, что... Как бы маны там не видел, что кто-то просел. Непонятно.
Непонятно. Нижнюю башню сил света атакуют. Кстати, Рошан скоро должен появиться уже. Все-таки там Урса забрала первый Аегис довольно-таки рано. И второй, в принципе, будет не проблемой. Ну и что уже себе нафармил? Нафармил себе уже 200 голды и Яша. Ну а здесь у нас какой-то там происходит фраг на Шторм Спирит. Подумаешь, там АМ фармит. Это поинтереснее будет. Танцор диско. А ты неплох, а ты неплох. Да, конечно, вот я делал такую предпочтение по пику на Диви, но теперь вот VVD все-таки смотрится посочнее. Потому что и Урса такая уже подфармленная, Акс 7300, Бетрайдер 7300, даже Андайн имеет 3200. Несмотря на то, что как бы пик через 4 милишника, у VVD все хорошо сложилось. Бэтрайдер взлетает, X-Mike готов лассасировать, и Фли, в принципе, попал в зону риска, но решили туда не нырять. Решили, что нужно цель попроще выбирать. Ну, кстати, по поводу вот, длинных сообщений, Мобот не любит длинных сообщений, и он их как бы не банит за них, а просто удаляет сообщения. То есть он даже не удаляет, а как бы его скрывает. То есть если на него нажать, то он отображается. Это по поводу чатика. Так что, если вы написали длинное сообщение кому-то, старались, там уже душу изливали, а оно удалилось, то на самом деле оно не удалилось, оно просто скрылось. Кстати, Мейсон купил себе Драгонес на Вивере. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что он все будет покачать с Кринкем Пайк далее. Но хотя кто его знает, этого Мейсона, что там у него на уме. Ну да, как говорится, Space Creating был создан для антимага, и он был крайне хорош, потому что у него вот КДА 1.02, сразу он мало, учитывая то, что как бы было сделано уже 31 фраг, так что, в общем, все хорошо. Ну а здесь у нас был такой врыв от Мейсона, просто феноменальная ТПшка, затпшился, поймал лицо Агар и отправился в таверну. Хорошо, хорошо. X-Mike ворвался, увозит Тулея, врывается, чтобы отрезать оппонента, правда, он снова промазал своим агром. Снова блинк был неудачный, ну и поэтому они хуже, нравится это верно, и Soul Cache тоже на нем висел, так что дэмэджа крайне много, ну и в итоге размен все же произошел здесь, и плюс еще и Тимбер получил один ряд Блустоун, так что, по крайней мере, не 8, а 9 стало, что, в принципе, хорошо. И второй Блустоун появляется у нас у команды Диви. Теперь у Шторм Спирита. Ну, теперь делаем ставки на Шторм Спирита. Зарядит или разрядит он себе Блустоун. Да, на самом-то деле, вот есть такая большая проблема в том, что если сейчас этот товарищ у нас разрядится до 6 зарядов, и еще и Шторм погибнет, и потом еще парочку смертей, то вот эти два Блустоуна, которые стоят так-то немало деньжат, и они будут разряжены, то это, считай, минус десятка по графикам. И там все будет крайне сложно. Но он тут ворвался отлично в эту секси. Прям в Урусу под БКБ. Сразу отсел таверну. Игла под спири Снэйк Кинг. Врывается. Ворк и Денай у нас от Шторма. Раз, ряжена. Ну, а нас там погибает тем временем Шадоу Демон. И как-то слишком все просто получается для VVD. Спейс Айм был создан, и теперь просто развалит. Ну что ж у тебя за проблемы, Акс? Акс. Ну ты не понимаешь, насколько ренжа действует блинка, и никак ты не можешь ворваться, чтобы кого-то подцепить. Ну, как-то вырываться слишком сдалека. Как бы прыгать на фул ренжу, но постоянно не допрыгивает. Все же стоит подойти. Не знаю, на нужную ренжу, а потом уже врываться. Ну, так, у нас... Не знаю, то ли не чувствует персонажа, то ли не чувствует блиндагер. Может быть, у нас он редко катает, покупая блиндагер. Кто его знает. Ну, вот он Fight 3 Gap. На самом-то деле, за 4 фрага маловато получили у нас. Ну, зато падает Рошан и Аегис для антимага.
Ну, я надеюсь, что это Аегис не для того, чтобы фармить более сейвовий, а для того, чтобы пойти и подраться. Все-таки ты уже такой серьезный боец. У тебя уже 17 тысяч нетворса. В принципе, покупать Владмерс уже не нужно. 5 тысяч продать хадресочку, и там уже в скором времени выйти себе покупку Башика, а потом и Эбисала. Центральную башню сил света атакуют. Не, все же решил у нас выйти в покупку линки. Ну, я сомневаюсь, что это Скади. Хотя, кто его знает, может быть, какой-то хекс на антимаге сейчас прикупит для контроля. Но, скорее всего, линка. Скорее всего, линка, я не думаю, что прям будет очень... выдумывать какие-то билды на Эми. У нас антимаг, да, линка вот сразу же заезжает. И на руках остается еще 2100 голды. Да, а ему убивать некому. Согласен, согласен. А ему уже большая проблема. Да, и вот эти вот блустоуны разряженные, которые в скором времени будут висеть просто мертвым грузом у команды Диви. Да, и как бы есть всего лишь один такой... физушник у нас у Диви. Это вивер, который особо-то и в демедж не собрался. Так что как бы и бить нечем, урона совсем не хватит. И это проблема. Да, все же здесь отыгрываться Диви будет сложновато. Довольно-таки уже преимущество солидное. 10 тысяч нетворса за VVD и по XP уже порядка 14 тысяч. Не знаю, что делать дальше. Центральную это башню мое. Сил тьмы атакуют. Ну, Окс попал! Он ворвался и попал! Аграм, как же он играет! Правда, Шторм Спирит немножко тут помог своему Мейсону. И Мейсон успел косовать таймлапс. Мановойд не успел зарядить у нас по Шторм Спириту, но Монг, Мановойд, ну зачем? Ну там маны много, ну зачем тратить? Это ж ультимейт твой, который... носит просто колоссальное количество урона, учитывая то, что там еще живы. И Тимбер, и Шторм Спирит. Ну да ладно, в любом случае тут уже делают у нас минус 2. Урса рычит на крипов. Но... хоть это такие вот делают у нас, не знаю, то ли ошибки, то ли просто на расслабоне катают в VVD. Но... можно было и лучше отыграть на самом-то деле. Но в любом случае отыгрывают они вот получше, чем их оппонент. Нижняя башня сил света разрушена. Центральную башню сил света атакуют. Центральная башня сил света разрушена. Ну что, 30-я минута, и антимаг у нас уже имеет 20 тысяч нетворса. Ну, да, конечно, не FN. FN у нас катал там в матчах совсем недавно. У него там был ГПМ порядка 1000. Здесь 1000 нет, здесь всего лишь 700, но все равно хорош, хорош. И вот уже Башорок появляется у нас у Урсы. Врыв пошел. Хотя нет, потому что он спереди немножко распрыгался и решил так вот подбайтить на что-то. Смотрите, что подбайтил. Ах, да ладно, ворвался и снова попал. Как ты это делаешь, царюга? Зверюга. Ну и в итоге минус 2. Довольно-таки быстро оформлено еще. Минус Шторм Спирит. Блустоун разряжен до 5 зарядов. Тимбер имеет у нас 6 зарядов. Поздравляю, отличное приобретение, отличное вложение 10 тысяч голды. И, в принципе, вот эти 15 можно еще добавлять десятку, потому что 2 бутона теперь просто как мусор лежат у команды DV. Ну, на самом деле, уже ГГ прописали, так что уже на это все равно. Ну что, у нас первая карта за командой VVD, X-Mike и компания крайне хороши. Это у нас Best of 3 противостояния. Это первая карта. Вторая карта начнется уже очень скоро. Вы, в принципе, все это будете видеть на своих мониторах, потому что у нас отображается на худе ожидание лобби игровое. Ну, а пока что можете подписаться на мои социальные сети. Ссылочки залетают в чате. Также подписывайтесь на социальные сети Рухаба. Ну, и, собственно, не отключайтесь. Совсем скоро мы уже закончим
сегодняшний игровой день в рамках Nord Arena Beat Invitational.